Власти на Украине тем временем продолжают писать свою, удобную только им историю. В Киеве открыли мемориал Петлюре, главу националистов, с именем которого связаны еврейские погромы и массовые убийства в начале 20 века. Теперь за кровавые злодеяния его называют одним из видных украинских деятелей. На церемонию открытия пришли люди из правительства, позвали оркестр, но только зрителей подвести, видимо, не успели. На что власти в Киеве не жалеют административного ресурса, так это на церковную реформу. Очередной храм по готовому сценарию захватили в Тернопольской области. Рейдеры пришли в церковь на праздник крещения и заявили, что теперь это их вотчина. Попасть на богослужение люди больше не смогут, и, судя по всему, молиться им придется на морозе.